No niin, tervetuloa hyvä yleisö. Olen hyvin iloinen voidessani olla täällä tänään ja hyvin yllätynyt siitä, että puhun suomea maan ja rajojen ulkopuolella. Еще раз хочу поприветствовать всех вас, дорогие друзья, здесь, в галерее Бульхауп. Я очень рад, что у меня появилась возможность сюда приехать и рассказать вам немного о финском дизайне. Я хочу поблагодарить организаторов, в частности Вадима, за эту возможность, и Суоменский институт Пьетерисса. Ну и также хочу сказать спасибо организаторам выставки, непосредственно Вадиму за интересные события и Институту Финляндии, который помог мне сюда приехать. Seuraavassa yritän puhua noin kolmesta asiasta. Minä pyydettiin puhumaan muotoilijoista Alvar Aalto, Paavo Tynel ja Yri Hukka. И сегодня я расскажу о некоторых финских дизайнерах. Перед тем, как сюда приехать, меня попросили рассказать непосредственно об Алваре Аалто, о Юрио Куккапуро и Пааво Тюнеле. И это, в общем, неспроста, потому что эти дизайнеры представлены здесь на выставке и непосредственно относятся к проекту, который осуществил Орхидо. Löytän jonkinlaisen punaisen langan tähän, ottamalla näiksi keskeiseksi pohjateemaksi puun käytön suomalaisessa muotoilussa. И когда я начал размышлять об этих дизайнерах, мне захотелось найти какую-то связующую нить между ними, которая могла бы пройти также и интересной нитью сквозь весь мой рассказ. И я стал в первую очередь думать о том, что это могла бы быть тема дерева, которая очень близка всей финской культуре. Tällä tavalla teille on helppo ymmärtää, koska olette itse pohjoisen havumetsävyöhykkeen asukkaita. Я думаю, что вам будет достаточно легко понять именно эту близость к дереву, к культуре использования дерева, потому что вы тоже северный народ и тоже очень близки именно к лесу, к дереву и к природе. И надо сказать, что в использовании дерева, в технологии использования дерева наши народы очень близки. И вот один из примеров финской деревни на картинке. Ну и надо сказать, что сама история использования дерева мне тоже интересна, потому что если говорить о моем собственном образовании, о моих интересах, я историк дизайна и в том числе занимаюсь исследованием технологий. И, конечно, мне, как историку, нужно сказать, что финская культура – это в первую очередь крестьянская культура, в которой дерево использовалось чаще всех других остальных материалов и доминировало в финской культуре с самых давних времен и до Второй мировой войны. Ну вот у меня тут в качестве примера интерьер финской избы, ну, что-то вроде середины 18 века, и мы можем видеть, что все предметы в доме сделаны из дерева. Надо сказать, что финны не просто любили дерево, они понимали его. Они понимали его практичность. И, конечно же, с точки зрения практики, это был самый правильный, самый дешевый, практически бесплатный материал, который не теряет своей популярности, как мы в дальнейшем увидим, и в времена модерна. Когда мы говорим о крестьянской культуре, то мы также можем говорить о дизайне, но это дизайн анонимный. У него нет имени, это дизайн, можно сказать, национальный. И вот здесь один из примеров – это анонимный дизайнер и, собственно говоря, его продукт – стул. И когда мы смотрим на этот пример, мы можем увидеть, что в финской культуре, в традициях дизайна идет продолжение традиций, мы можем видеть непосредственно преемственность, эргономичная форма, близость к природе. Ну и давайте перепрыгнем в несколько десятков лет, в 30-е годы, и перейдем непосредственно к Алвару Аалто. Ну, надо сказать, что в северных странах, в Европе, дизайн развивался в 30-е годы очень разными путями. В Финляндии и северных странах модернизму перешли в то время очень быстро. И двигателем такого быстрого развития и прогресса в Финляндии послужил архитектор и дизайнер Алвар Аалто. И, конечно же, в начале своей деятельности, карьеры, он во многом использовал идеи Баухауса, идеи Ле Корбюзье. Они были ему близки, в его творчестве их можно легко увидеть. Но очень быстро в процессе работы Аалто заменил материалы, которые использовали в своих работах приверженцы Баухауса, то есть стекло, бетон, материалы более близкие Финляндии.
И, конечно же, первым из них было дерево. В 30-е годы деревообработка и вообще технологии работы с деревом в Финляндии развивались невероятно быстро. Особенно технологии обработки березы. И Алвар Аалто очень быстро смягчил технологии работы с деревом в рамках модернизма. И здесь мы можем видеть виллу, на данной картинке мы можем видеть изображение одного из его творений, это вилла Майера, одной из очень известных в Финляндии частных построек. Здесь мы также можем увидеть в интерьере очень частое использование дерева практически везде. Давайте перейдем теперь от зданий к его мебели. В 30-х годах, где-то 31-32 Аалто очень серьезно пытался осмыслить и с какой-то даже научной точки зрения подойти к вопросу дизайна и переосмыслить, например, то, что уже было сделано Ле Корбюзье, Эйлингре и другими творцами. И в частности, это казалось использование металлических труб и того, как дерево было представлено в объектах. Вот, например, здесь мы можем видеть его первые эксперименты по объединению металлических труб и фанеры, но нужно обязательно помнить, что насколько бы не был хорош дизайнер, очень многое зависит от производителя. Аалто очень повезло, ему удалось найти человека, который помог ему с выпуском его мебели, его продукции. Но помимо идеи дизайнера и изготовителя, нам еще необходим хороший маркетинг. Хорошую помощь Аалто нашел в лице Альстрема, вместе с которым они организовали компанию Artec. Компания заработала в 1935 году и функционирует до сих пор с того времени. Хороший маркетинг выражался также и в том, что им успешно удавалось и удается продавать вещи Алвара Аалто за границу, то есть за пределы Финляндии. И сейчас я вам покажу несколько еще стульев, кресел работы Алвара Аалто. И, в принципе, все они относятся к каким-то конкретным объектам, для которых они были разработаны Алваром Аалто. И уже после этого они были пущены в дальнейшую разработку. И надо, конечно же, сказать, что Аалто принадлежит технологии обработки дерева, и это одна из передовых технологий, впервые, которая была применена именно Алваром Аалто. То есть сейчас мы вот говорим о том, я думаю, что многим здесь знакомо, то есть это гнутоклеенная форма ножек этого кресла. То есть здесь он использует идеи своих предшественников, но на новом материале, который более близок к Финляндии и финнам. И это работа 31-го года. Она сделана специально для конкретного объекта, и это туберкулезный санаторий в городе Пайме. Данные картинки тоже сделаны от кресел, которые предназначены для туберкулезного санатория Паймио. И вот на чертеже, который мы видим слева, там тоже изображены такая форма ножек, которая запатентована Алваром Аалто. И также ему принадлежит такая идея о том, что само кресло, оно прогибается вместе с человеком, который на нем сидит, и принимает очень удобную для него форму. То есть идея совмещения практичности и удобства. Это, вероятно, знакомое также всем кресло, одно из самых известных произведений. Оно во многих коллекциях многих музеев можно его увидеть и найти. И это также одно из кресел, которое было сделано для санатория в Пайме. И сделано для туберкулезных больных. Здесь была также идея в том, что им необходимо в лечебных целях было принимать определенную форму, в которой спина должна быть немного откинута и голова немного заброшена вверх. Ну, несмотря на то, что все говорят, что это кресло достаточно удобное, на мой взгляд, оно, безусловно, безумно красивое, но сидеть на нем не столь удобно, как это принято считать. А с технической точки зрения здесь просто очень интересно обратить внимание на ручку, которая переходит, собственно говоря, в ноги этого кресла, как такой единый квадрат, очень красиво и интересно. И надо сказать, что для Алвара Аалто был, пожалуй, единственным дизайнером, мебель которого была принята очень тепло и практически сразу же, без всяких проблем, за границей. Ну, то есть уже 30-е годы, и Алвар Аалто уже известен как имя за границей, за пределами Финляндии. Наибольший успех ему удалось заполучить в Лондоне, в Великобритании и в США. Но в то же время это такое непростое время, время кризиса, которое, наверное, было и здесь местным дизайнерам тоже знакомо. То, что я говорю кризис, я имею в виду и также кризис технологический, потому что, несмотря на огромный спрос, который был у потребителей и у людей, которые производили эти кресла,
необыкновенный спрос на них. Сама технология, которую придумал Alta, еще не была поставлена на конвейеры, столь хорошо разработана, чтобы быстро производить эти объекты. Здесь мы можем также ввести новый термин в наш разговор. На английском это звучало бы как product variation или некая вариация объекта, продукта. Или из одних и тех же элементов, из которых создано кресло, стул или любой другой объект, можно создать различные его вариации, различные размеры и, собственно говоря, вид его, несмотря на одни и те же материалы, будет значительно изменен. И также было введено такое понятие, как, может быть, на английском просто, если здесь есть дизайнеры, понять легче, crossover, или это такая мебель, которая была использована и предназначена не только для, скажем, домашнего интерьера или частной постройки, но также которая могла с легкостью использоваться в любом общественном пространстве. И с точки зрения маркетинга это было очень выгодно, потому что расширяло круг потребителей. У этого кресла очень интересное название, а именно «танк». И помимо интересного названия, у него очень интересная и невероятно высокая цена, потому что она сделана вручную, одно из самых известных кресел. И сгибали подлокотники, переходящие в ножки кресла вручную. Шезлонг. На мой взгляд, наиболее элегантный из всего, что сделано было Альваро Малта. И находится в некой перекличке с одним из произведений Ле Корбюзье. Это также одна из технологий по форме ножки, одна из технологий, которая была придумана Алта, одна из тех центральных вещей, которые он использовал в своих работах. Прежде всего нужно сказать, что во всех объектах, которые создавал Альваро Алта, используется береза. Это также ножка, которая изгибается при массиве дерева, которая изгибается при очень высоких температурах. А это одна из наиболее известных табуреток Альваро Алта, которая была изготовлена миллионными тиражами. Пожалуй, одно из самых известных, но одно из самых опасных его изобретений, потому что на трех ногах не очень удобно ни сидеть, ни стоять на этом стуле не очень удобно, он сразу начинает качаться. Но, с другой стороны, это очень прочное изделие. Альваро сам его тестировал, кидал его об стены, пытался всеми способами разрушить безуспешно, и поэтому, наверное, оно в том числе стало так популярно. И такие ножки, такой формы можно увидеть не только на стульях, которые, вот, скажем, здесь представлены, совершенно разные формы и вида. Также это и ножки диванов, кроватей, столов. И их можно было делать совершенно различных размеров, различной длины. И в этом была некая практичность, которая привлекала. И тот завод, с которым Альваро Алта начал работать, вот с одним из его основателей, да, своим другом, он продолжает и сейчас выпускать продукцию Алта. Вот еще один пример таких изогнутых ножек. И на практике. Вот еще один пример, немного другая форма, но не менее интересная. Исследования этих технологий занимали очень большое внимание, привлекали Альваро Алта, и он очень большое внимание уделял именно исследованию технологий. Но при этом надо сказать, что несмотря на то, что он очень интенсивно занимался подобными исследованиями, этот период не длился очень долго. Он продолжался где-то примерно с 30-х годов до 35-36 года, и потом он уже меньше уделяет внимания этому, потому что он начинает получать очень значимые и интересные архитектурные проекты. И после этого само бюро Альваро Алта, которое он основал, оно продолжает заниматься дизайном мебели, но уже с меньшим участием самого Альваро Алта, потому что он начинает все больше и больше сосредотачиваться именно на архитектурных заказах. Просто один еще из два примера. И надо сказать, что Альваро Алта был как творец, в принципе, очень исключительная личность, то есть он занимался дизайном не только такой крупной мебели, как диван, стулья, кресла, не только зданиями, но также и тем, что вы видите, можете на картинках. И также он занимался планированием целых городов, то есть городской структуры и системы. То есть мы идем от крупного все к более малому, то есть от городов к зданиям, от зданий к мебели, от мебели к светильникам и к свету, от светильников к текстилю и заканчиваем ручками от дверей. Это, пожалуй, одна из самых известных его дверных ручек. Во многих общественных пространствах можно увидеть именно такую форму. Несколько примеров светильников. Вот тот, который находится в левом углу, можно увидеть в уголочке музея Альваро Алта здесь на выставке. И Альваро Алта, конечно же, занимался стеклом. Думаю, очень известная вещь, всем наверняка знакомая. Он также был скульптором, занимался и дизайном украшений. И также он рисовал картины. Это очень известный пример хорошего дизайна, то, что мы сейчас видим. 36-й год.
Валта Аза или Ваза Алтай или Ваза Савой. И сегодня ее можно увидеть, ну, в каждом финском доме. Небольшая история. Я сам рос в таком доме, в котором практически все, что меня окружало, было спроектировано Алваром Алта и произведено Артеком. И текстиль был тоже из Артека. И сейчас я работаю в университете Алта, и я член Академии Алта. Я написала очень много статей про Алта и про его творчество. Теперь я, еще и ко всему прочему, и профессор университета Алта, не только его вице-декан, но и человек, который непосредственно рассказывает про Алта. Невозможно убежать, судьба. Ну и вот, заканчивая рассказ об Алта, мне хочется немножко сделать такое отступление и сказать, что в какой-то момент Финляндия, как и вступает, как и многие другие страны, в Вторую мировую войну, но при этом для Финляндии эта война начинается гораздо раньше, она начинается с Зимней войны с Советским Союзом, потом продолжение войны и уже выливается в Вторую мировую. Это такое время-промежуток. И это одно из такой небольшой бункер, спроектированный Илмари Тапиовара. Это именно военное время, рядом с рекой Онега. Ну и после Второй мировой войны Финляндия была в кризисе, который обозначался как кризис материалов, то есть для дизайнеров не было никаких других материалов, кроме как дерева. Не было ни металла, ни стали, ни каких-то других, ни керамики, ни стекла. Ну и на самом деле с текстилем тоже были проблемы с материалом для текстильного производства. Ну, что в Финляндии всегда было, и было в то время, это дерево. И дерева было много, и оно было дешевым. И сейчас мы поговорим о следующем дизайнере Илмари Тапиовара. Илмари Тапиовара начал свою карьеру как раз перед Второй мировой войной, но и во время Второй мировой войны ему удалось создать какие-то интересные вещи, и он не прекращал размышлять о дизайне и что-то создавать. Илмари Тапиовара был большим поклонником Алвара Алта. Ему тоже было сложно избежать его влияния и его идей, но он не просто использовал идеи Алта, он их пытался переосмыслить. И он пытался переосмыслить форму и приспособить какие-то свои новые концепции и идеи для различных пространств. И можно сказать, что Тапиовара — это идеал или символ демократизации, демократичности, модерна северных стран, модернизма северных стран. То есть дизайн Финляндии, как в северных странах в принципе, он не был столь элитным, он был более демократичным, чем, например, во Франции или в Германии. Этот стул был создан в 1946 году и носит название «Домус». Здесь использованы фанеры и дерево. И около 8 болтиков. И это хороший пример того, как дизайнер, работая в очень сложных условиях, условиях кризиса материалов, как он выходит из ситуации, как находит интересные идеи и использует их в своей работе. Этот стул стал очень популярным, его также произвели тиражом что-то больше миллиона. И после Второй мировой войны это был первый стул, который стал успешным не только в Финляндии, но и за ее пределами. Его также с успехом удалось продать в Великобритании и в США. И он сочетает в себе все то прекрасное, что принято считать прекрасным в Финляндии. Практичность, дешевизну и красоту. И, можно сказать, своего рода прототип принципов Икеи. 10 стульев, поставленных друг на друга, помещаются в разобранном виде вот в такой вот, такую небольшую коробочку. И, конечно же, это здорово влияет на цену, если вы куда-то это пересылаете, потому что пересылка и перевозка таких объектов – это достаточно дорогое удовольствие. И мы приходим все к тем же принципам – идея, дизайнер, производитель, хороший маркетинг. И, конечно же, собственно, сам хороший объект интересный. Эта фотография, собственно говоря, оставлена сюда специально для Вадима. Потому что вчера мы были в одном очень интересном месте, дом быта, и там мы как раз видели и обсуждали стулья, которые нельзя назвать, конечно, копиями этого стула, но они, наверное, этот стул послужил вдохновлением для того, кто придумал тот, который видели мы. Этот стул называется «Фанет». Ну, в общем, чтобы не повторяться, просто скажу, что этот стул обладает все теми же прекрасными качествами, что и предыдущее произведение. И сделан он, кстати, тоже из березы, как и многие, да, как и все объекты Алта. Вот здесь, на этой фотографии, мы видим более дорогой, более интересный вариант того стула, который мы видели до этого. То есть такое кресло-качалка, стул-качалка. Очень симпатичный, по-моему. И он называется немного тоже по-другому, «Мадмуазель».
тоже в качестве примера взял эту фотографию этого объекта, чтобы показать просто, как одна идея формы может трансформироваться, и мы можем получить три различных объекта. И этот стул был изготовлен в 60-х годах. И вот тоже один еще из примеров такой мебели для послевоенной квартиры. Для квартиры маленькой, в которой нет места для лишних предметов, в квартире, в которую стоит поставить что-то очень практичное, простое, но при этом красивое, конечно. И все эти предметы, они все еще выпускаются. И на сегодняшний день владельцем прав на производство продукции тапиовара является также Артек, который делает, производит и выпускает Алта. В каком-то смысле это, наверное, и моя вина. Я имею в виду, что моя вина в том, что тапиовара столь популярен сегодня, как и был популярен раньше, потому что несколько лет назад я выпустил книгу, посвященную тапиоваре. И эта книга, она была выпущена также не только в Финляндии, но и в Барселоне, переведена на испанский язык. И после того, как эта книга появилась в магазинах, наблюдался резкий скачок цен на продукцию тапиовара. И я заметила, что изготовители и производители стали больше внимания обращать на продукцию тапиовара. Но на самом деле, мне кажется, и мне хочется просто обратить внимание, что классика никогда не выходит из моды, и такие действительно замечательные вещи, на них всегда должны обращать внимание как дизайнеры, так и производители. То же самое, как если бы я пошел в музыкальный магазин, я могу также взять как Чайковского, так и послушать музыку группы U2. То есть у меня должна быть возможность как в музыке, так и в дизайне получить как классику, так и современность. Здесь на этой фотографии мы видим также еще несколько стульев тапиовара, также 60-е годы. И здесь идет также некоторое переосмысление идеи Алта, то есть вот такая двойная спинка, двойной изгиб, которая помогает также потом в сборке этого стула, потому что без этих изгибов сам стул бы разъехался. И несколько слов о Паво Тюнеле, который, наверное, немного выбьется из нашего рассказа, посвященного чуть ли не полностью дереву и дизайнерам, работающим с ними. А Паво Тюнеле можно считать одним из пионеров светового, или, наверное, пионером, одним из именно пионеров светового дизайна в Финляндии и одним из наиболее известных дизайнеров, который начал работать профессионально со светом. Он начал в 20-х годах. И здесь мы можем видеть также продолжение идеи Баухауса, такая аскетичная форма. Но в дальнейшем он тоже свои идеи преобразует, свои концепции, и начинает использовать какие-то декоративные элементы в своей продукции. Это одно из зданий в России, Сортавала, бывшее раньше. И надо сказать, что это время, опять мы возвращаемся к такому кризисному моменту, когда денег было не очень много, и материалов было, опять-таки, повторюсь, не очень много. Мужчины возвращались с фронта, и очень важной стала домашняя культура, культура домашнего очага. И людям было необходимо тепло, романтичность и какая-то вот сентиментальность в предметах, которые они использовали в доме. И мы можем сказать, что начиная с 45-го, где-то по 50-е годы, помимо модернизма, существовало некое противоречащее ему течение. И Тюнель как раз представляет именно это направление, эту линию. Это такие блестящие теплые материалы, это бронза, это золото. Но это были все-таки первоклассные светильники и лампы, которые действительно здорово работали в интерьере. Но и вот использование бронзы, это было его таким фирменным знаком. И, конечно же, это такая ручная работа, как одна из таких его тоже фирменных приемов и то, к чему он всегда стремился, то есть ручная такая подача предмета. Но при этом все, что он делал, по большей степени предназначалось для общественных пространств, для кинотеатров, для ресторанов. И в своих работах он стремился отразить некую такую красивую сторону природы. Можно часто увидеть мотивы цветов, каких-то листиков. В общем, все, что мы можем видеть в окружающей нас природе. И, в общем, также, если возвращаться к моему детству, можно сказать, что практически в каждой гостиной, в каждой приличной семье в Финляндии должна была быть вот такая лампа. Ну вот здесь мы можем тоже видеть его светильники, которые были очень популярны в то время в Финляндии. Ну и вот здесь то, о чем я говорил, цветы, такая какая-то интересная трава, листочки, в общем, такой природный мотив. Это где-то такие 50-е годы.
И у Тунели очень хорошие отношения складывались также с потребителями в Америке, в США. Он сотрудничал с дизайнерами, с американцами, и они как-то очень тоже полюбили его творение. Но, с другой стороны, именно на фоне всех остальных дизайнеров он выглядел таким исключением, неким таким брендом. И это, в общем, было очень интересно. Мне кажется, это очень также привлекательно было для тех, кто покупал его продукцию. Ну и, в общем, что-то совсем другое. А сейчас мы перейдем к каким-то таким совсем другим формам, совсем другим предметам. А мы с вами все время до этого говорили о дереве, вот до того, как стали говорить о тюнере, по крайней мере. А сейчас мы можем поговорить о каких-то других материалах. В частности, мы можем поговорить о пластике, который в какой-то момент завоевал огромную популярность, ну, не только в Финляндии, во всем мире, но при этом именно Финляндия в этих технологиях отставала, и их как таковых в хорошем этом смысле не существовало, ну, где-то до начала 60-х годов. И здесь мы можем также вспомнить имя Чарльз Имс, который приложил к использованию пластика свою руку и очень повлиял на это. И, в принципе, нужно сказать, что американские дизайнеры были первопроходцы в использовании этого материала, в то время как в Финляндии продолжали гнуть дерево. Но ситуация меняется к 60-м годам. Вот один из наиболее интересных примеров, наиболее известных примеров. Это кресло Эро Арнио. 64-й год. Икона модернизма, пожалуй, такое символичное для своего времени, символичный для своего времени объект. Он был показан в многочисленных фильмах, на обложках Playboy и так далее, в фильмах про Бонда мы можем его увидеть. И отсюда мы можем начинать уже отсчитывать такое появление поп-культуры и использование в поп-культуре объектов дизайна. И вот такое использование пластика, придание ему формы, такой блестящей поверхности, это очень дорогой процесс, и для Финляндии это был очень дорогой и новый процесс, новые технологии. И стул, кресло, тоже Эро Арньо, его авторство. Это, как мне кажется, это нечто среднее между произведением искусства, причем произведением искусства, такой, как скульптуры, искусство именно из области скульптуры, дизайна и интересной идеи, необычной формы. Ну и здесь мне просто хотелось бы обратить внимание, что сама культура, она начинает изменяться, приходят новые течения, новые цвета, поп-культура развивается. То есть сейчас мы просто говорим о уже другом культурном пласте, о другом времени. И мне хотелось просто немного показать такие картинки, не касающиеся дизайна мебели, но которые бы показали вам яркость того времени. А это носили все в то время, когда эти полоски появились в коллекциях Мэри Мэка. Ну, это просто пример архитектуры того времени, свободные формы, очень интересные формы. А сейчас мы поговорим с вами еще об одном очень интересном дизайнере, Юрию Куккапуру. Куккапуру – это живой классик, ему недавно исполнилось 78 лет. Очень большое влияние на него оказал Тапио Вара, который был его учителем. И это начало мысли о том, как сделать предмет органичным, эргономичным и наиболее удобным для человека. Ну, вот я начинаю свой рассказ о Куккапуру и о том, что он делал с серией «Модерно». Примером которой является этот стул. Здесь тоже такие немного изогнутые ножки и обитые кожей, белой кожей спинкой и сиденье кресла. В своих работах в одно время Куккапура старался объединить металлические детали, кожаную обивку и дерево, то есть соединить эти три элемента и придумать что-то интересное, новое. Вот еще одна из его работ. И в своем роде это некий прорыв, то есть это очень тоже известное и символичное, очень известное в Финляндии кресло. А работа называется «Карусель» по-фински. Прототип этого кресла был создан в 50-х годах. Но сделать такой стул и реально запустить его в производство по тем временам для Финляндии было очень дорого, поэтому тогда это было невозможно сделать. И только после того, как сама технология развилась до достаточного уровня и подешевела достаточно для того, чтобы запустить это в производство, кресло было выпущено и имело огромный успех. И это очень эргономичное кресло, в нем невероятно удобно сидеть, оно полностью повторяет форму спины человека, в нем можно очень удобно расположиться.
И он специально изучал этот момент, то есть как человеку будет удобно сидеть, все измерял, все фиксировал, и в итоге мы получили такую вот интересную вещь. Ну, и могу сказать, что сам протестировал, просто классно. Но, с другой стороны, здесь есть некая проблема, то есть когда дизайнер экспериментирует не только на людях, на потребителях, но в первую очередь видит потребителем себя. Например, дизайнер Райт был очень низким человеком, гораздо ниже, чем я. И его дома сами тоже, потолки в домах, которые он проектировал, делал тоже очень низкие. А Куб Капур, в свою очередь, очень высокий человек. И мне иногда на его стульях сидеть бывает достаточно сложно, потому что спинка у этих кресел очень высокая. Просто немного повторяю, скажу, что это хороший пример интересной дизайнерской мысли, за которой не успевает производство и технологии. И вот уже начиная с этого кресла, с карусели, мы можем видеть различные вариации и повторения этой самой идеи, формы, эргономичной формы, использования кожи, пластика в различных сочетаниях, в различных моделях. И примеры работ Куб Капура мы можем видеть вот за столом, который стоит в той части зала. А вот непосредственно это кресло, кажется, мы можем там увидеть. Ну и, наверное, не стоит даже говорить, что это было очень большим международным хитом, громким. И с помощью Куб Капура и в сотрудничестве с ним организация, которая называется HIMI, они разрабатывали и усовершенствовали технологии использования пластика и пластмассы в дизайнерских объектах. И уже в дальнейшем, ближе к 70-м годам, перешли на использование пластика ABS. Ну и вот настает такое замечательное время, денег много, свобода, новые идеи, инновации. Но, опять же, производитель встает между потребителем и дизайнером. И не только производитель, и, например, есть всегда какое-то препятствие, которое встает между дизайнером и его целью выпустить какой-то объект. Это может быть война или очередной кризис. И, например, ОПЕК, они решили поднять цены на топливо в 73-м. Это очень резко отразилось на ценах. И это также очень резко отразилось на производстве мебели из пластика и пластмассы. И вот практически как началось, так и закончилось все. Ну и в дальнейшем на это наложились также такие моменты, как, например, эти материалы стали считаться не такими экологичными, как, например, дерево. То есть здесь какие-то были еще идеологические причины к тому, что такие материалы стали меньше использовать. То есть это очевидный, конечно, момент, что на дизайнера и на процесс его работы влияет очень много различных факторов – экономических, политических, идеологических и многих других. А Куб Капур в какой-то момент отказывается от пластика и, например, начинает использовать металлические элементы в своих работах. Ну и, конечно, он возвращается к дереву. И в каком-то смысле, продолжая идеи Aalto, он также для части ножек и ручек на креслах и стульях начинает использовать дерево. К сожалению, у меня нету хорошего примера, вот, чтобы можно было поближе рассмотреть эти замечательные деревянные части, вот красные, синие, зеленые ручки. То есть вот сначала я вот вам показывал металлическая часть, потом цветные деревянные части, ну и кожа в качестве обивки. Ну вот здесь может быть один из таких неплохих примеров, поближе можно посмотреть, все изогнуто по технологиям Aalto. Ну и в дальнейшем он очень часто использует дерево и придумывает объекты, в которых оно по различным технологиям используется. И надо сказать, что он очень много сотрудничает с дизайнерами из Китая. И не только с дизайнерами, но также именно с ремесленниками непосредственно в Китае. И в итоге у них получается очень интересное сотрудничество, и в сотрудничестве с китайскими специалистами, ремесленниками и дизайнерами Куб Капур разрабатывает специально для них серию объектов, в которых используются традиционные китайские традиции, которые были в дизайне Китая. Ремесленные традиции, также они учитывают климатические условия и необходимости потребителей. И экологический момент также играет важное значение. Ну и, например, сейчас в Китае, когда сейчас идет активно строятся дома, и очень остро встает вопрос о том, как желание потребителей объединить с современными технологиями, а также как и местные особенности, которые производитель или застройщик встречает на какой-либо территории, как их с современными технологиями соединить, чтобы ничто не пострадало. Это один из примеров работ учеников Куб Капура Симо Хейкеля, его СУ.
И надо сказать, что дерево, наверное, в северных странах, в северных холодных странах популярно еще не только потому, что это практичный экологический, экологичный материал, но это еще очень мягкий материал. Он с тактильной точки зрения очень приятен. Он приятен на взгляд, на ощупь. А это тоже частная застройка, частный коттедж рядом с Кейсом, где тоже мы можем видеть большая часть сделана из дерева. Ну и летний домик, то, что дача, то, куда все финны летом стремятся, тоже из дерева. У нас 5 миллионов жителей во всей Финляндии, а летних домиков, наверное, несколько больше. Дерево используется не только для частной застройки, но и, например, вот для такого здания, как мы видим, то, которое мы видим на картинке, это церковь. А здесь мы можем видеть разную технику использования дерева, разные его оттенки. Это современное, совершенно современное здание. Это внутреннее помещение церкви. Элемент акустики. И это одна из работ, руководителем которой был я. Очень тонкая однослойная фанера, которую можно издевать различными способами. И можно в дальнейшем использовать как элемент акустики, также для освещения и для различных других. Можно придать этому различные другие идеи и концепции. Это вот, например, тоже такой из изогнутого дерева сделанный светильник. Ну и, конечно же, стулья, без которых мы просто не можем жить. Это один из таких простых примеров современного дизайна. Дерево используется сегодня также очень много, и исследование дерева, и переосмысление дерева как материала продолжается и по сегодняшний день. И последняя картинка, не что-то новое, но и что-то из старых концепций и идей. Это новая версия свечки, которая нам необходима, чтобы сходить, например, на нашей даче летом, в туалет или в сауну. Конечно же, здесь использовано дерево. Ну и на этом мне бы хотелось закончить, на том, что все-таки в архитектуре продолжается использование дерева, традиции, преемственность продолжается. Но и тем не менее мы движемся в новых направлениях. Спасибо.